всем привет. Мы приехали на очередной медиадень. Это уже третий в нашу копилку на интернешнале. Вот вчера выиграли игру. Сегодня нас сразу отправили как победителей. Фоткаться, сниматься, записывать ролики. Вот у нас тут Ярослав на гриме. No makeup on ice, yes. Okay. Почему тебе не нравится, Ярослав, когда тебя гримируют глазики? Один раз, когда как-то глаза гримировали, потом что-то они стали очень резко уставшими. Ты знаешь, что сегодня будет у нас? Да блин, ты что, видосики будем снимать? Где мы там, ну да, какие-нибудь движения, там типа экшен, другой уровень будет. Потому что на прошлых двух было просто фотки. Да, это так. А, сегодня уже типа для тех, кто будет онлайн. Ну да, это уже круто. Еще день Ларл есть. Какой он счастливый, смотрите. Он очень любит медиадни. Он вообще любитель медиадней. Он первый встал, сказал, я полечу, я поеду. Я сам пешком дойду. Да. Было? Было. Кстати, сейчас идут у нас игры параллельно. Давай быстро. Prediction. ЕГГГ. Ну, ГГ. Ты в названии все сказал. ЕГГГ. Не, ну я верю, наверное, больше в ГГ. Ну, может быть, ЕГЭ удивят. Посмотрим, смогут ли ГГ сдать ЕГЭ. Это топовый рофл. Оу. Йоу. Наверное, панус будет. Ну, но... Наус ТСМ. Что думаешь? Фу, я почему-то думал, что ТСМ должны выигрывать Нунс. Ну, вообще будет прикольно, что, по сути, два аутсайдера региона, то есть второе и третье место каждую лигу, или ТСМ вроде один раз выиграли, ну, короче. Один раз выиграли ТСМ. Да, вот, они по итогу выбили Shopify, топ-1 региона, да, и остались такие два более. Ну, и что думаешь? Какое решение будет? Я думаю. 50 на 50, да? Больше ТСМ на нам предложение. Окей. Окей, и панды, закрывающие матч сегодня. Играть против ЕГЭ или ГГ? Ну, по-твоему, ГГ. Да? По-моему, выиграет ГГ, если панды ГГ, это Рамзес против Пина. Я поверю, что, ну, по игре с LGD панды как-то не очень выглядели, как ты можешь подрать. Но не да. Шатко очень. Есть такое. Или LGD слишком сильные, еще непонятно. Вот. Я верю, что ГГ, ну, должен панд. То есть ГГ выходит? А ЕГЭ едет домой. Да, и на НПА. Парни, не минуты без доты, не минуты. Сидят втроем, смотрят доту, наблюдают, учат чему-то новому. Мальчику подошел в ульт и сдох. Да не только, вот. Были из другие игры, где парни испытывали проблемы на такой войне. Я еще даже по другим турнирам как будто вспоминаю. Не хватает сейчас вот этого ульта. Так, нам здесь дали снеки. Let's go, наконец-то, вперед. У нас тут все бесплатно, поэтому... Все у нас идет в дом, дома все выйти. Все у нас туда, да, вообще все забирай. А видимо тут, знаешь, как работает? Если ты уже вышел на инт, ты уже здесь важный человек. Нет, всем похуй на тебя. Ты же не вышел. Ну, на меня, да, но на вас. Ладно. Просто артист соло. Да. Ну давай так, Денчик, я уже спрашивал у Ярослава в первом влоге. Прошу тебя, чего вот ты едешь на необитаемый остров? Возьми что-то одно. Конечно, тебя возьму. Да не, нет. Меня? А есть у яблок же есть косточка. Да, можно посадить на самом деле. Посадить, да. И вырастет. Ну, я не знаю, мне кажется, она не вырастет. Ну, маленький шанс. Давай спросим Руслана. Мне кажется, из косточки яблоко сажались очень тяжело прорастить. Но если посадить косточку авокадо, то его можно декоративно рассадить. Мы просто выбираем что-то на необитаемый остров, поэтому... Не, из этого я бы ничего, я бы воду взял туда и все. Пойдем обзор холодильника сделаем. Это не для нас. Сделаешь мне кофе? Добро пожаловать в бар. Называется артист. А, можно другого бармена? На самом деле я работал барменом 3 месяца. Блин. Твоя квартира, да? Нет, да, это моя квартира. Что будет? Где? Недавно купил себе целый офис. 1xbet – официальный партнер Team Spirit. Переходи по ссылке в закрепленном комментарии, вводи промокод 1xts и получай бонус на первый депозит. Так, Ярослав уже отснялся. Но это классно, мне нравится, как это все сделано. Я первый раз на инте. Не знаю, ты же. Чувак, там шарящий, конечно, ничего не скажешь. Но у него еще комментарии такие, типа, Night, man, let's go, wow, woo. С ним не соскучишься, да. Да, классно. Тебе вообще понравилось? Ну, прикольно, да. То есть необычный медиадень, прикольно. Я, конечно, не видел, как я выгляжу, но вроде прикольно. Я тебе покажу потом. Прям красавчик. Сейчас идем на интервью. Короче, активности очень много, прям безумно много. Ну, парням да. Это не нравится, я думаю, да? Пойдел, что, не привыкать. Ну, снимать пришлось минут 15. Да, да, мы снимали Ярика, вот это так, все проходки. Это только один человек, а нас 5, а потом еще групповые будут. Запетличили. Да, минуты полторы петличили. Ну, чтобы 100%, чтобы не отклеилось. Вздох. Чтобы ничего не отклеилось, там ни малейшего шороха не было. Все серьезно. Я думаю, тебе нужны эти фиксаторы. Ну, я думаю, мне скажут. Вряд ли. Может, они как бы они без меня снимут. Не, может, они, пока ты сам зайдешь в кадр. Стесняется мне сказать об этом. Так что, иди.
Подожди. А вдруг? Ну нельзя. Пришел босс, начинают. Это неправильный ответ. По ушке получил. Thank you so much, Mikosha. That was amazing, man. Well done. Че, я тут два часа уже делаю? Я, чтобы понимали, Эрик говорит им перед интервью. Да, это будет, ну, минут 7-5. Мы здесь сидели, ну, час. Да, больше часа. Час 20. Отсюда вообще прикол какой-то, они меня вообще затроллили. Мы же там первые, типа, три вопроса закончили, да? Да-да-да. Ну, такой, ну, теперь второе видео из трех. Я думал, типа, три вопроса, а вот это три видео. А я видел, как глаза на лоб полезли в этот момент. Про самый твой большой страх. Прикольный был вопрос. Да, ты сказал, ты ничего не боишься. Ну, тогда нет страха. Страха нет. Ну, вообще, конечно, я бы не хотел, чтобы вокруг меня змеи ползали, то, например. Ну, это, типа, дефолт, знаешь. Приятненько. Ну, да, как-то. Или там... Тут со львом в клетке я бы не хотел оказаться. Меня еще не выпускали, чтобы ты понимал. Я не мог выйти, потому что я иначе бы фонил в микрофон, типа дверь открываете. И мне сказали, сиди тут. Я такой, найс. Я думаю, что ты со мной сидишь, что ты сейчас? Ну вообще, потому что я твой друг лучше. Шот. Ребята пятером встали, потом пофоткались. Осталось вот последнее. Супер-хиро. Это поза. Поза. Поза бога. Мы отправляемся в отель. Как тебе меридиан, Дэн? Топ. Топ? Лучшее, что было в твоей жизни? Нет, лучше было моя Это я. Что, у ребят сегодня выходной? Да. Сегодня мы будем отдыхать полностью, максимально, насколько это возможно. Еще одна медичка сейчас. А, и еще все. Одна медичка? Да. У нас Ярик. Это у нас с Яриком. А, для YouTube-канала, да? Для НСа. А ты подожди, тебя вообще снимали отдельно? Нет. А зачем ты приехал туда, получается? Мне сказали приехать. Я просто люблю медиа-день, когда есть медиа-день, даже если не надо, я... Подожди, я в деле. Ты просто так приехал, сидел здесь 2-3 часа просто так. Ну да. Но сказали, надо приехать, я такой, ладно. Мне не очень-то и хотелось лежать в кровати, смотреть игры. Ладно. Нет такого, кстати, то, что перерыв предыдущий повлиял на вас как-то так? Не сказал бы, что. Не сказал бы, да? Да. Ну, то есть вы менять ничего не будете в этот перерыв? Тоже будете сначала 3 дня отдыхать, потом 3 дня играть против? Не, мы не отдыхали 3 дня, мы один день отдыхали. Ну, я имею в виду этот перерыв, который будет. Этот вот перерыв я не знаю. 6 дней играем. 6 дней играешь в году? Пока не умру. Попрощайтесь с моими, пожалуйста, подписчиками. С твоими подписчиками? Ну, да. А мы... ты для своего канала снимаешь? Там, да, у меня маленький каналчик, там, Team Spirit называют. Так вот, быстро это. Давайте, покеда. Йоу! Друзья, мы приехали на автограф-сессию с моими лучшими друзьями. Вот тут Денис. Ярослав. Двигайся. Тогда пока автограф. Пойдем, пойдем. Вот за ними идем, за ними идем. Team Spirit. Чувак. Team Spirit. Привет, привет. Короче, очень много людей. Ребята будут очень много расписываться. Ты придумал какую-то избранную подпись? Это все, да? Не понимаю, как все. Мипошка. Вот так, нормально? Я буду вот стоять, да. Ну, как-то скучновато. Полное говно. Пародирует Симпла, красавчик. Кто? Would you mind signing my notebook and thing? Of course. Thank you so much. Sounds like a boss boy. Sure. Yeah. Are you sure? Yeah. Really? Yeah. What? And are you going to use like this passport after or no? It's no, it's okay. Привет, это Слава, артист. Для разнообразия. Понятно. Слава, это произошло. Это происходит. Как получилось? Ну вот первая футболка подписана артистом. Я не последний человек уже. Ну
русская фанатка залетела. Вот. Да. Мария, я подписываю джерси для нашего сербского фаната, который, к сожалению, не может присутствовать на Инде, но очень просил подписать ему джерси. Да, так бы сказал, что для тебя. Да, да, это не так. Не придумывай друзей к себе. Подпишешь для меня джерси? Нет. Колбакс. Давай. Колбакс. Тут? Давай вот там. Она стирается потом? Нет. Ты уверен? Ой, сердечко, спасибо. You're welcome, man. Давай, Дэн, как старый добрый, пожалуйста. Все? Считайте, я не зря прожил свою жизнь, наверное. Это смывается здесь? Thank you so much. Можно сразу? О, Казахстан тут. Nah. Ты типа решил на солнышко? Да, просто под солнце все взял, да. Удачи на турнире. Да. Удачи на турнире. На турнире. The R is hard for me. Чел принес свою раму от компа. Any size, anywhere. Короче, идет уже... Вроде первый час прошел, уже второй идет. Вот. Парни еще не устали, парни привыкшие. Парни работают. Team spirit that the best PR, like, videos and everything, so... Uh-huh. That's the edge you got for me. But y'all play so fucking good, oh my god. Всем фанатам, вот, запрещен. Закончился у нас ивент, автограф-сессия. Было прикольно, на самом деле. Не так много людей, в принципе, быстренько, но при этом... Было приятно. Видеть, что фанаты приходят, поддерживают. А что, мы едем завтра на открытие еще? Круто. Ты рад? Ради этого мы старались, чтобы вставать не в 10 утра. И все равно встанем. Блин, ребят, я не смогу, наверное, к 10 утра никак. Мне, ребят, в проп-спот надо сходить. Ты там, ага, Team Spirit, ну, вроде и были там, галочка. Славу вместо кого-то поставил. Слава пришла видеть, там Димона, Слава, Никита вместо бот-игроков пойдут в нашей форме. Ну что, Юрий, как впечатление? Я уже тут был, получается, когда-то? Нет, да, когда? Ну, в 17 году. А, да? А, точно. Ну, я же реконструировал. Ну, вообще, наверное, да. Вроде что-то изменилось. Смотрите, какой там туман. Меньше что именно? Чем арена в Сингапуре. Откуда конечно. Ты знаешь, ты был да. там? Кстати. А мы в отеле, да, Русь? Да, конечно. Не, серьезно. Нет, на репетицию. Теперь нам будет стоять АПК. Сейчас будем на это, типа, играть на этих штучках. Понял. В оркестре, потом... Не, мы сейчас будем... Да нет, все сценарий. Мы сейчас будем играть катку в завтра. А, да? Да. А потом мы они будут транслировать игру, уже реплей, а мы, типа, просто будем клицать на что-то. Нормально. Типа, мы умеем доту играть, и вот здесь, да, там уже все прописано давно. Да, мы уже... Сыграны очень профессиональными этими каскадерами. Где у тебя Вала лучше, блядь? Где Вала лучше? Не знаю. На твоем инте вроде ни одного человека не было, как я помню. Как тебе сцена? Сцена, кстати, норм. Бомба. Бомба? Бомба. Бомба. Именно бомба я слышал. Бывало и лучше. Потерянный. Я много, конечно, повидал за свою жизнь, но такого. Кроссовки 50 евро, штаны 20 долларов, куртка бесплатно, наушники 200 долларов, рука. Бля, слова блядские, я движения не помню. Пацаны. Чему там? Thank you guys. Now. А правильно, что мы приезжаем сюда так же, как все, и просто сидим в вармапе? Нет, уезжаем, скорее всего, а потом приезжаем в вармап. Парни, завтра на открытие только в джерси. Только в джерси? Да, ну приедете в сверху шмотках, каких хотите, оставите мне, а на открытие в джерси будете стоять. Окей. So Team Spirit guys, you guys are going to be warming up in one of these rooms, all right? When it's time, I'm going to ask you to come out and stand by for me here in 5, 4, 3, 2, 1, coach at the end. And then I'm going to say go. There's going to be fog, there's going to be lights, there's going to be camera. You're going to walk this way. Come on up. You see? Как ты? Никак. Ну, типа, ничего. Просто постояли, посмотрели и постояли. Странно, для чего мы вообще пришли на самом деле? Ну, то есть мы вроде и так могли бы постоять.
Друзья, всем привет. Мы приехали на открытие арены. 10 утра. Матч у нас в 16. Вот, сейчас идем по красной дорожке вместе с моими друзьями лучшими. Ну, покажи, покажи. Это оно. Не знаю, почему их все опустили, но это понятно. Нам подарили шарфики. Класс. Как вам арена, Дмитрий? Арена, так она дефолт, она не была уже. Она ничего не поменялась. Здесь же... Все не меняется? Здесь единственное, что поменялось, что теперь на этой арене все в хоккей играют. Видишь, она сделана абсолютно хоккейной. Сегодня нам показали бейджики, которые будут наклеены вот таким стикером. Так. Да, это пропуск. Все, нас выпускают. We gonna brief. Brief. Fresh air. Yeah. Обзор снеков. Корж. Вкусно? Вкусный? Вкусно. Чипсы. Ну, завтрак чемпиона. Это я. Я снайпер. Не зря я играл в Counter-Strike всю свою жизнь. У нас есть холодильник. Холодильник совсем. Горчица. О, реально. Выебика? Нет. Нет. Вода есть? Вода есть. Вы что, мужчина? Давай, к игре разбуди. Тут просто, чтобы мне немножко холодно, поэтому парни утепляются максимально. Опять он. Антон Андрущев. Как встретил. Да. Где бы вот. Ни был он. Мой там. Лучший друг. Есть. Вы сегодня играете против нам первый. Как да. У вас настройчик. Это хорошо, что мы играем первый, не придется ждать до вечера. Это да, а настройчик как? Настройчик. Супер, супер. Ты до финала пониже, да? Ну, там придется. Увидимся. Ну, либо там, либо завтра. Слышь, давай, не надо. Никто не знает, как будет, поэтому... Не, я надеюсь, знаю, там увидимся. В финале там. Все. Ждем уже минут 10. Стоим просто в коридоре, где все команды. Это с нами Ярослав. Он очень рад, что проснулся сегодня в 7 утра. Мы любим стоять. Мы любим стоять? По утрам. Мы уже полчаса сегодня простояли, может больше. Обычно мы стоим. Вместо доты мы приходим и стоим. Либо дота, либо стоим. Либо дота, либо стоим, либо делаем медийку. Все, парни отправились на сцену на открытие, а я пошел в випку наверх. Смотреть, как это выглядит вообще со стороны зрителя. Team Spirit. Все, мы вернулись к отелю. Прошло открытие. Нам подарили подарочки. Покажи, что там у тебя. Покажи, что там у тебя. Да покажи, что там. Вот такая вот сумочка. Что же там? Распаковка. Коллекционная фигурочка. ДК. Хорошо, вот такое там будет. Какая-то... Штучка, ну вот это вот. Давай. Витражик с бестом, еще один бейдж и вот такая вот. Это пин, да? Это пин. Да. Короче, парни сейчас отправляются тренироваться, готовятся к матчу против Liquid. Я читал вчера интервью Бокси, он говорил, то, что они с Микки играли в Counter-Strike иногда. Вы чем-то таким увлекались или вы просто сидели и играли в доту? У нас не было времени играть в доту, мы постоянно ездили то нам куда-то надо на арену, то еще куда-то, то на медийку от Valve. Mm-hmm. Короче, поиграли мы в сумме не так много в доту, что, в принципе, возможно, и хорошо. Но у нас был один выходной, да, и, в принципе, остальные дни мы просто играли в доту все свободное время. Вы в первом влоге играли против Liquid Праки и упоминали, что они так все играют. Как сейчас они, как оцениваешь форму сейчас? Играли ли вы Праки недавно? Да что, да они хорошая команда, одна из сильнейших в мире, все как обычно, в принципе. А еще читал в каком-то интервью, не помню кого точно, но говорят, то, что ты сейчас один из самых сильнейших кэрри на этом турнире. И на 3 головы выше, чем Микки. Я думаю, это все хуйня. Раз на раз не приходится. Все эти статусы — это для твича, для хайпа и так далее. В настоящем мире такого нет. Окей. Ну все, тогда ждем шаттл и отправляемся на арену. Пришли на нашу вармам-зону. Она, в принципе, здесь весьма презентабельная. Такие бармапы везде были. Это верхняя сетка Supremacy, типа. Почему мы тут не типа тренились тут перед интом? Ну, и в таких бармапах. Столы удобные, стулья удобные. Класс, круто. Но это уровень интернешнл. Так, и обзор снэчный здесь у нас. У нас тут все по стандарту. Чипсы, попкорн, яблоки, апельсины, бананы. Батончики. От голода мы не умрем. Парни открывали сундуки, которые падали здесь, на инте. Им не выпало то, что они хотели, но, в принципе, пойдет. А тебе упал кто? Тебе упал и чай, и Торсир? Да. Так подождите, им же пизда. Дамы и господа. Пока. Что они нахуй? Подождите. Трон, пожалуйста, ребят, без хуйни. Подождите. Чего?
Подождите! Нет! Это не может быть! Не может быть такого! У него бай есть, сынок. Есть, есть, нажми одно. Не может быть такого! Они проебали игру? Дамы и господа? Они проебали игру? А, у него бай нет денег, и они пошли в трон? Нет, что нет, за хуйня? У кого? Они проебали, у пока денег нет. Так подожди, вот сейчас просто иди бей трон. О боже, бля. Бля, пюре в соло. Зомби просто проебали. Ебать, там зомби размером с трон, нахуй. Дамы и господа. Мы попроебали. Мы идем против Ликвид играть. Мы... Да, я думаю, вернёс. Не могу просто пролить. Я её убью. Парень, смотрите, Магнус. Да, не зацепил этого. Помогай, дай ему пизда, парень. Ты не нажимал, да, это смысл? Дэн, возьми батл. Чуков, не пьешь, мага. Парни, там еще, они еще могут подпытаться меня вывести. У него нет винка, нет винка. Да, они могут. Парни, вот. Меня убили, мага? Под лицо чуть-чуть еще. Да. Парни, можем его убить после БКП? Да. Он номер. Парни, Магнус еще прикатил. Давай, Магнус. РП у него есть. Да? Он не может бить нормально. Я закончил. Парни, мой РТ байбэк, но это мой РТ. Парни, мой РТ застанил, смотрите. Пока не я буду снич. Я погнал. Парни, я думаю, надо просто выйти. Да, надо зарегистрировать сейчас. Подожди, так, ну. Я могу на базу макать, я тоже сгонять, если хочешь. Да, давайте. Я сейчас отхилюсь просто от крипов. Дам по тебе корабль. Не дам. Не верь. А, я не могу вернуть. Подожди, тебе АДП. Выходите просто. Не надо выйти, парни. Я ебашит Свен. Меня убили. А если мы можем попробовать, это что, парни? Я буду драться. Я вообще не могу. Я там без маны был. Я не могу. Выходите просто сами. Понятно. Бля, я ошибся. Я не приканулся. Я один поливайн. Они про всего мира. Нау, еб. Неприятно, но похуй. Он под сильвером, парни. Я нажал БКП, я его убил. Смотри, еще Ярк. Парни, я под всей хуйней. Я продлил Магнуса, не продлил, но я в сильвере, парни. Мне чуть помочь выйти. Парни, закрылся. Мага, ты дерешься еще? Да. Парни, я Свена застанил. Ебашу Свена. И Свена добить, хорошо. Я умер, парни. Че, вы их ебете, нет? У меня луч был просто. Парни, под луч, не? Не, я. Окей. Сейчас заеби. Все охуенно. Дай нажал вайбер. Да. Вот тут вот нормально тоже. Так, у меня ульта пока 30. Они точно сейчас побегут. Вон Макс. Так, точно побегут, они думают, мы рожь просто хуярим. Блин, скачки. Видишь, Фэн? Ты понял? Парни, я просто все нажимаю. Давай. Зафирили. Парни, вы под кораблем. Парни, я Свена ебашу. Свена добить. Я Свена добил, парня. Магнус Сатан не будет. Я добил Магнуса. Парни. Тайда сзади, парни. Да, он Свена тушу. Хуйня это. Мага. Парни, мы забыли еще последний тут. Ну я теперь с академичком, дальше Муншарта и Даллас сильно. Парни, Рошану. Парни, я просто позицию. Парни, он вернется, парни. Да. Вот он. Я его разъебу, парни. Отлично, можем хай, парни? Чё? Парни, он скорее всего без бая, он вкусный гиперсон. Вас сломал, ага. Ага, заквалил, парни? Отлично, заквалил. Есть что-то? Что-нибудь? Вы стали хочешь. Нет, все, я его убил, парня. Можем вот сейчас, хорош, мага. Можем сейчас сломать. Парня, его вообще это... Да, я его заколю. Вот так можно. Я его разъебал. Барак. Магнус, две. Выйти. Мегак сделал. Так, можно зарегейс и не отходить. Да, это нет. Пардон, я покружал, он потазил ебашу. У меня 8 секунд. Магия сейчас будет аккуратно. Да, сейчас дай тайм, смоков у нас прыгает. Мага прыгнул, парни. Меня не убьет, anyway. Можешь, парни, если что, поля. Надо помогать. Я бегу, да. Будем помогать, парни. Мага, есть, Свен. Помогай. Нормально, парни. Да. Свена. Бегаем. Yeah. Yeah. You fought badly, died worse. Collapse! Let's talk about the previous game. Nice, guys.
Nice guys. Well played. У них мид-пик супер, просто бесполезен. У них из-за Магнуса медово проактивно не могли играть, это чувствовать. Тяжело, и плюс мы Тайда убили два раза. Парни, пора. Я пока парни, все ставлю. Нормально. Ты перекатись, пока парни. Мне помоги мне нажимать. Время к моему парню. Парни спрячутся. Так, парни, жуки. Уходить. Да, можешь, жуки, жуки не будут. Еще можем, да, жуки пока. Парни, на Да. Я выебашу просто. Меня убил мир. Дэм уже не хватит, парни. Убегайте, парни. Он без ульты. Да. Окей. Не хватает немножко нам пока этого просто контроля. Да. БКП просто. БКПшки был виверан. Я мид не хочу, давайте, помогите. Если честно, я думаю, короче, надо пытаться этого пару бить под мой ульт. Это важно. Вот, он умер там. Угнал вашего мага. Ну это плотненько. Давай. Добейте его там. Парни, Вивер нихуя не может, Вивер умирает. А у него ульт. Не могу. Я здесь не могу сломать это. О, боже. Давай. На меня пылесос. Мы убили панка, парни. Парень кто-то такой. Смотри, сбил его глупака. Парень, тяжело, не думай. Смотрите, просто смотрим. Нормально. Давай, нормально. Он убежал. Могу после реверджа? Я собью легко сам. Давай. Гоу. Меня простанила хуйня. Умирает. Парень, еще. Так, я пытаюсь, парни, пробежать, я ломаю вас. Да. Погоди-ка, они еще... Парни, они без вивера. У них нет дэмэджа. Без вивера не могут, согласен. Ну, все, на цепи, сучка. Помочь дэмэ немного? Помогаю, да. Еще спрячь следом. Я на тебя перенаправляю дэмэдж, парни. Им пизда. Надо панка, парни, пробовать сыграть еще. А как? Он укатился? Спрячется, да? Парни, вот, парни. Хуй. Хорош, я пив скажу. О, боже, да, давай. А где мы? Позабирайте у них, пожалуйста. А где? Не знаю, где-то мэр. По-моему, я... у него не было гема, слушай. Разрушу. Парень, подождите, короче. Мира, будешь в такой позиции, чтобы заставить меня вот здесь? Я просто ёбну пугну, который подойдет, давать бласт. Я же здесь. Парень, бара в меду. Парик. Просто по чуть-чуть. Парень, я думал, мы даже имеем крыльцу. Давай. Он умер. Один раз. Мара. Бежит, БКБ. Парень, лицом поставил. Дайте мне лицо. Парень, под лицом. Он не может с собой на баре выйти, он тут стоит. Дай досы. Парни, он в нулике. Но... Давай, отойдите сейчас. Парни, тут Моэр, посмотрите. Моэр туда нулик, парни. Платор, точнее. Окей. Вроде я стою дальше, у меня фуфа. Стоим, парни. Реверс есть у нас. Парни, пока чуть кать. Бар умирает, хуёво. Я сбил ему литку вторую. Да, и как вы вообще знаете? Шар, да, все заебись, май. Миру, да. Пинкиком, да, Марты пинк. Парни, буду давить. Три по виверу, мага. Это тебе пеки есть. Да. Парни, надо помогать Люке драться. Да. Купил далеко. Пара без руки тут. Мне легче, надо к нам бежать. А, я не могу. Я просто ебот. Да, трудно помочь. Да, меня тоже убили. Может, бай будет. Уже попробовать его отпись. Парни, бай, 200 голды. Бля, ревыш, хуёво потратить. Парни, бай, 200 голды, если что-нибудь, как где-нибудь, блядь. А дай-ка я в базу. Ладно, иди катись ты. Трудно отдать точно. Я думаю, что даже если мы пару раз этого вивера убьем, что-то изменится. У них припарит панка. Это же пиздец много поменяет. Я наберу киллы, у меня будет раньше радик, мы сможем подраться 5-5. А он, ну, типа, они бегают, ебут меня в топе, и при этом чел на варде стоит. Вивер, типа, качается просто. Ну да, мы точно могли просто больше. Просто бесконечно качается. Я не отмечаю этого факта, но... Просто ну, у них пиздец сильно, конечно. Все равно у них бара, панка, да, поехать чат. Панка, да. Не прям много сделал. Ну, типа, у них бара... Да, они просто... Проблема в том, что... Я качаюсь в лопе, и меня еще приходит гуд, а чел под вардом своим качается, и мы его не убиваем.
Так, хорошо. Парни, можем дальше подсмотреть? Да, да, под лагу бежать чуть-чуть. Могу уже пока. Не надо смог. Я ломаю тавер. Пока вышку давай. Парни, теперь. На активку бегут, парни. Дэн, готов? Не знаю, давай, готов. Давай, я кинул. Панда? Парни, я панду хуячу, Я дефую тебя, от Рики. Парни, Рики, можешь помочь? Вот Рики на стоянии. Надо, парни. Дал. Рики помочь. Я меня ебут, выебут. Парни, я нажимаю. Парни, вилла нахуй. Тарабанить. Это риск трачу. Она умрет сегодня? Да. Хорош. Ну, пока я прокачать. Не могу пока, парни, тут Рики спине. Парни, я ебу тут челов. Есть ли помощь? Смог пока связать. Парень, я пока на Рики. Рики. Я буду сглимсовать. Я взорвал. Парни, я ебу. Парни, брю без ульты уже, парни. Я чипы могу драться. Они баются, парни. Парни, я север дам, Помогу. Парни, ты... Я подхожу уже, парни. Я без бая. Спектра умирает, парни. Не умирает, смотрел. Что-то сожрать. Парни, Рики, давай, все снова. Тихо. Давай, парни, вот тут Рики. Слева. Рики. Брю. Он сам не снимал. Рики, нахуй. Рики настоящий. Рики без бега. Я отхожу пока. Без БКБ, Рики. Парни, Рики связан. Okay. Рики, ребят. Помогите Ярику сзади с Рики. Парень, на меня не завтра ебать. Я бегу помогать с Рики. Меня убьют. Ульта не занят, меня убили. Я Рики убил. Вот тут сзади, ульта не занят. Парни, вот ультра сорвалась. Я их всех убью, парня. Помогите, парни. Можно, помогаем. Я бою Ярику. Ебем их, парни, я думаю, ебем. Сейчас будет их дома. Ебеть. Или тебе там. Да все, пизда. Ребят, пока я накачу вылечу, вот. Побякался зря, как обычно. Парень, толкните. Да, толкайте топ, до сайт пробовать. Че, у вас миды будут крипы. Дайте мне за своих парней. Лив, запишите. Да, может, я могу снимать, если что. Ноги заканчивается. Парень, я слабый. Просто трон. Да. Они меня, парни, Я трон, парни. Поярки трон. Все. Я байбэк. Или показать немножко. Да нормально. Покажи, заебали. Хорош, нахуй. Да, ребят, ты забит, но я пытался. Хорош, ты, блядь, хорош. На таких доверяешься. Найс, let's go, 2-1. No, the coach, only... Это топ-3 уже, да? Представляешь себе? Честно, я сделал все, что было, короче, в моих силах. Нет, ты спектр нашел внизу? Нашел. Короче, каждый матч важный. Да, все нормально. Я катаю на ком-то. Ты на нем тренился, когда он прям после патча? Нет, ты же много на нем играл. Я типа чуть есть, выпущу практики, но тебе 15 есть, нормально. Поэтому... Этого хватает. Ты хотел экзорт играть? А? Ты хотел экзорт вокер? Вообще я в моменте очень просто типа не то вкачал, но потом понял, что это была бы просто хуйня, если честно. Я тоже думаю, что... Ну что ты им вообще будешь делать? Нам надо было темповать. Мне кажется, у нас начало не очень вышло, но мы могли темповать классвексом вокером хорошо. Мы там, типа в топе даже, поэтому, ну, там, потеряли пару людей. Больше, чем у нее у вас хитов, ну, у них не говно, спектакль из рафа. Конечно. Сфриз для этого, но все стычки в миде... Стычки в миде просто хуёво, потому что нас там первые нападали, всех убивали. Нам не удавалось синхронизироваться, стагнуться, даже когда Тини Блинк, постоянно кто-то умирает, и мы не можем, типа, делать комбу. За Тини Блинк мы уже чуть-чуть переочковали в них, в общем, прыгать сразу, когда не было панда ульты. Потом я пошел в топ к маге, Дэнс, ой, точнее, вот Ярик, кстати, когда там были в миде, они пошли смог, а мы знали, что они в СМК бегут у нас прямо сейчас. Они их просто вот нашли и сдохли вдвоем, и потом было уже трудно. Ну, там было так, что мага задоджил, они через тройку вышли под мид, и мы хотели их там встречать, но какой смысл, если в Тине даются кнопки, он не может блинк стандать. И умирает. Ну да. У них просто, опять же, то же самое похоже, что у нас было в общем прошлой катке, если честно. Нету, в общем, флешфармера, у них панда, Рики, спектра, и как-то у них... Рики потом подвыпал чуть-чуть. Хотя у него начало было, если не идеальное, но очень хорошее. Столько стычек, столько киллов получилось сделать. А что ты говорил, слишком много у вас лишних действий было? Ну, Илюха умер, Ярик умер. Ты умер, я умер, ты тоже умер. Все, все погибали очень тупо в этой игре. Когда я байбек нажал, да. Да там просто, блядь, это все от Ярика, когда он идет, типа, в мид, ну, когда он хочет вард поставить, хотя это не нужно, потому что... Ну, мы обговаривали, и вы слышали то, что, типа, чего напали там на кого-то, и мы такие, давайте, короче, посмотрим потом. Идет на их хайграунд, блядь, в No Vision, и его, типа, ну, глимсы убивают. Потом они проходят, типа, в нашу тройку, ставят там вард, и меня там тоже убивают.
я не могу это прочитать, потому что там, типа, чернорики просто заходят спокойно. Из-за этого, типа, я, блядь, мне приходится байбекаться, потому что я думал, что момент будет нормальный. Потому что они все давят, глимсом потратил. Как только он глимс потратил, нашел байбек. Трудно драться, если мы не нападаем ненормально. У нас слишком плохая позиция, мы стоим разрозненно. Кто-то в миде, кто-то в тройке. Друзья, мы доехали до отеля, закончили нашу серию 2-1 против Liquid. Победа. В принципе, было весьма трудно. Ну, не просто, не просто. Ну, первая карта там тотально удрафт, по идее. Но у меня, кстати, вопрос. Вы все время говорите тотально удрафт на первой карте, но при этом вы играете против Свена и Магнуса, а у вас ЦК. Получается, Свен и Магнус же ЦК уничтожают вообще в салат, нет? Дело в том, что... Так. Есть. Отвечает гений драфтов. Смотри, у тебя такая ситуация. У меня. Моего ЦК закрывает полностью по игре, но у них... Герои и герои, их три милишника, наши четырех остальных героев супер говно. Вторая карта. Да. Что не так получилось? Когда у нас, у нас еще только появился ШД, мы уже ожидали, что может быть где-то Вивер. А мы понимали это. Тихо. Да? Не души, пожалуйста. Реально. Давай короче, по панчику расскажи. Короче, да? Они пикают Братруму, мы пикаем шестого демона. Вроде прошел как бы нормально, да? Но потом появляются какие-то не те герои, даются не те баны. Мы пикаем Феникса, они пикают кого? Они пикают Пугну Муэрту. Мы берем двух фармеров, которые фармят очень-очень медленно. Это... Кто? Спектра, Земля. А, ну Спектра, Земля. Но это еще нормально. Но потом на ласт-пик у нас появляется Тедхантер, это вообще ужас. У нас герой, типа, у нас, типа, ну, тимфайт у нас хороший, но у нас просто по карте хватает до того, что у нас... Ну, как будто не хватало станов. Да, у нас один стан Ревеч, типа, и, ну, катка Эрспирита, которая длится, там, полторы секунды. А вы не думали тучкой взять вместо Феникса? Нет, мы не думали вообще. Мы не думали вообще. Мы думали, но передумали. Мы не думали, да. Мы думали, обдумали, ага. Додумали, а потом передумали сами себя и ничего не придумали. В итоге надо было еще тут подумать. Да. На этой карте вам больше, получается, везло. Может так сказать? В смысле везло? Везет сильнейшим. Ладно. Везет, мы не на удачу играем. А на третьей уже... Не, на третьей нам поначалу там тоже чуть не везло, либо мы играли так... Ну, где-то мы тоже недооценивали, так сказать, силу вражеского драфта и тоже немножко ошибались. Где-то, я думаю, в третьей мы слишком много риска брали, как Маг уже подметил, и очень много у нас было закидонов, каких-то смертей, которые, ну, вообще не вынуждены. Вот, то есть враг ничего не сделал, мы просто придем, зафизим, где-то какой-то, ну, какой-то необдуманный плей совершим, кто-то умрет, и мы такие ждем, потом еще кто-то может умереть, опять ждем. Короче, ну и в итоге не хватало нам выдержки. Скажу, кто заруинил. Сначала заруинил Ярик, потом заруинил я, потом заруинил Илюха, потом заруинил Мира. Да, и Дэнчик тоже заруинил вроде где-то, но он всегда виновен в принципе. Дэнчик не уверен. Потом ты еще, я помню, там на сотку решил отъехать на Эдессе своем. А, когда это? Это вот сначала Мира решил. По Т2? Да, да. Да я не ждал там. Мы должны уже закончить были, а там Мира, ну я отпушу, меди пачку. Так я из-под Т2 убегаю, даже не пушу там, короче, убегаю, типа они меня на варде увидели, который у них стоял вон тут. Ну да, на сотку отлетел просто. Ладно, Затрамович против Азуре либо LGD. Вам хочется, скорее всего, играть против LGD, правильно? Да нет, потому не важно. Да, блин, любой оппонент, с которым мы будем играть, они очень сильные. Мы будем играть. Мы хотим играть против всех. Против всех. Азуре и LGD. Мы хотим каждую команду с этого турнира. Короче. Мне достаточно двух команд, ну, типа, чтобы мы поиграли, выиграли и все. Согласен. Надеюсь. Я передал. Завтра очень сложный оппонент. Надеюсь, нам повезет там, ну и мы победим. Мага хочет попрощаться. Прощайся вместе с нами. Это неприлично от нас. Да, вот так развернись и говори. Всем пока. Парни идут отдыхать, спать, кушать. Завтра игра в 16:00 по местному. Расписание у нас не меняется. Кроме того, что мы не едем в 10 утра на арену на открытие. Ура! Вот. А это большой плюс. Мы заслужили это. Немножко поспим, правильно? Давайте, 3-2-1. Ярик, сегодня с кем спишь? Спасибо. Пока и ночи.